Тяжелая, да, ситуация. Тут прям надо было терминаторов подключать. Типа бежать напролом, убивая всех направо-налево. Блин, этот чел еще вылез. На холме. Просто из ниоткуда. Здорово, Фурион. Ай, за что? Почему я? Чё, куда? Сейчас посмотрим. Блин, тут надо было на тачку прыгать. Погнали сейчас прям к этому, к рожку на машину. Сори, что так резко. Видит кто-то автомобиль вообще? Я пока пузом лечу, ничего не вижу. Я просто что-то не вижу. Гараж чекну. Честно говоря, я людей особо тут не вижу. На высотках и на рожке тоже, по-моему, два высотка, два школа. Два высотка, два школа. Один? У нас... Это что? У меня есть тачка. Что, можно лутануться, потом дальше поехать? Либо сразу поехать, как не, хотите. Не, лучше сразу уж тогда, раз есть тут. Тут говно. Запрыгивайте, малышки. Чего? Опа, погоня. Ровнее держи. Максимально ровно. Опа. Так. Еще здесь в этом доме чел, если что, здесь, в этих домиках. Кекс, может, запрыгнешь? Поехали, поехали, Вань. Тут в этих домиках чел лутается. Да-да-да. Погнали в северный. Или может дальше бежал, не знаю. У него три члена было или что, я не понял. Мне тоже так показалось. Я только из-за этого просто не останавливал. Малёха, пофанились. Нормально. Машина, кстати, наполовину покоцанная в итоге. Че, кто первый до северного? Почему с тобой играть? А! Нет! Нет! Погоди, погоди, стой, остановись, Кейк, Кейк, остановись, я. Стой, стой. Дай залезу. Понял. Ну, вот это спасибо. Обидно. Вот это обидно на самом деле. Да. Такое недоверие, конечно. Я бы еще пристрелил тебя. Не, если мы здесь погибли, то только из-за кекса, потому что у нас машины начали уже спариваться. Я упал.
Там до этого звоночек был уже, когда ты на поле перевернулся. Я как бы, это было последней каплей. Сори. О, какой самолет интересный. Действительно. Так, Вань, короче, едь дальше. А, ну и так. Так что-то... Нет. Дропает. Аж скинул. Вот сучара. Я на полигон поехал. Гейл, как говорится. ХФМ. Угу, все верно. Красиво. Та самая ситуация, когда ты ретард и не берешь дробовик, потому что думаешь, что никого нет. Выбегаешь и на тебя смотрит человек с калашом. Че она там, Steam? Наверное, я патрон не нашел. Не, в принципе, ничего нового. В смысле? Ну, в том плане, что я первый умираю пока. Пока же закатки. Ну, если да, это нормально было, то сейчас... О, ой, боже, да? Блядь, стамеска нахуй. Так, ну, я нашел дроба, сейчас, короче, врываться буду на это, на мотоцикле, дайте мне минуту. Да не торопись, врагов как бы предостаточно. Не, я потороплюсь, пожалуй. Ну, проще выстегнуть того, что на этом был. На милитаре. Тебе? На шутинге. Не-не-не. Там, наверное, Ваня лутает. Быстро прорваться-то. Тут. Ё-моё. Какой неуправляемый, вообще просто. Ладно, я пешком. Справа где-то был, шаги. О-о-о, патрончики лол. Станеска. 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 У меня есть план гениальный. Сейчас сек. Лут унесу. Чатка.